Ты сделал это! Стюарк спасен! Я всего лишь принес Гертану документы. Ой, да не скромничай ты, право же. Ты помог городу вновь обрести свой дух. Я никогда не забуду того, что ты для нас сделал. Я так рад тебя видеть! Что случилось с Риклином? Когда я нашел Риклина, он был уже мертв. Уже мертв, говоришь? Как грустно. Но я сдержу свое слово. Диего выйдет на свободу, а ты получишь разрешение. Весь Стюарк теперь у тебя в долгу. Вот, прими этот щит как знак нашей дружбы. Только те, кто принадлежит к дому Стюарка и его ближайшие друзья, могут его носить. А еще я велел слугам подобрать для тебя несколько комплектов доспехов. Наверняка хоть один из них будет сидеть на тебе как влитой. В долине крови он точно окажется не лишним. Что будет с Ренвиком? Предательство не прощают. Но что с ним будет, решат люди. Пока что мой брат сидит в темнице. Там у него будет достаточно времени, чтобы подумать о содеянном. Жаль мне брата. Это змей Мермунд его подбил. Что ждет Мермунда в будущем? Если объявится робор, попробую использовать его как пешку в игре. Что если робор и правда придет под стены? Робор убедится, что люди Стюарка ценят свою свободу. Мы будем сражаться. Если такова судьба, я готов следовать за королем и Торном до самой смерти. Это большая честь для меня. С вашего позволения, мне бы хотелось отправиться в путь. Понимаю. Одна последняя просьба. Да? Если встретишь в Сильверлейке Гилтера, отдай ему это письмо. Будет исполнено. Счастливой дороги. И да пребудет с тобой Иннос. Без тебя у нас бы тут точно ничего не вышло. Привет.
Эй! Пройти можно, только имея разрешение. Стой! Путь в долину крови перекрыт. У меня есть разрешение на проход в Сильверлейк. Вот. Печать барона? Есть, сир. Но все в порядке, сир. Можете проходить, сир. Вот и все. Пойдем. А мертвецы, повелитель? Мы вернемся с людьми и лопатами. Теперь ты принадлежишь мне, Мора.